С 6 по 8 декабря в галерее «Централь» прошел коворкинг под руководством профессора, члена Союза художников России Натальи Попович. Коворкинг – это рабочее пространство для реализации любых творческих идей в кругу единомышленников. Мероприятие состоялось накануне конкурса выставки «Объединение Кореи» на площадке арт-галереи «Централь» при поддержке Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Молодежного совета управления Росреестра по Приморскому краю. Инициатор коворкинга – Центр ТРИА. Центр прототипирования Дальневосточного государственного института искусств. Центр прототипирования – это площадка для создания прототипа идей. Преподаватели Дальневосточного государственного института искусств в рамках организованных мастер-классов и встреч помогают креативным людям создать прототип художественной работы. 3 дня по 3 часа студенты 1-го курса института искусств писали портрет на заказ. Заказчик попросила изобразить ее в традиционном корейском костюме ханбок. Каждый художник выбрал свою лучшую технику для исполнения задачи. Под чутким вниманием преподавателя легкие наброски молодых мастеров доросли до выставочных работ. В 3-й итоговый день на выбор заказчику представили 8 портретов, среди которых живописные и графические работы. Результат порадовал всех – и заказчика, и победителя, и участников. Работу победителя Елизаветы Морозовой торжественно вручили заказчику модели на открытии центра прототипирования ТРИА. Ради такого незабываемого творческого опыта галерея всегда открыта для сотрудничества.